Всем привет, ребят! Что сегодня у нас очередной топ-контент. Будем пробовать брать, если нам хватит, конечно же, камней, хотя я в этом немножко сомневаюсь, 600к. Ну, думаю, плюс-минус где-то должно хватить. Посмотрим, сможем ли мы взять следующий титул, последний на сегодня, 600к силы, то есть... Я думаю, скоро во многом добавят нам новые титулы, потому что на английском сервере под 650. Так, окей. И тут у нас вот такие вот плюшечки с хрустального я показывал. Сейчас мы заберем еще дополнительно 12 сумочек и сталики. Так, пирата мы закончили, поехали. Сейчас в бинго. Пойдем крышевать, качать. Так, не хватило, как обычно. Так, забрали. Так, отлично. Интересно, тут карты падают на архи или нет. Надо будет посмотреть потом. Кристаллики, в принципе, падают тоже хорошо. Так, рунки. Да, тут немножко похуже, чем на английском сервере. Там намного круче награда отсюда. Ну, ничего не поделаешь. Хотя тут даже дороже, чем на английском сервере. Так, окей. Забрали эти плюшки. Идем посмотрим, что там у нас по смотрителям. Тут не хватает, и прилично, причем не хватает. Сейчас игра найду. Есть у нас обычная продажа. Камни. Нету. Твердые сундуки есть, если что. А, вот есть. Хорошо, поехали. Поехали дальше по акциям. Посмотрим, что там у нас есть. Счастливое число пока не трогаем. В принципе, тут такие акции, которые... Так, это Facebook. Вот. Которые не особо мне помогут в прокачке. Сейчас пойдем сразу же качать. Я еще эту акцию. А, тут за получение отлично. Так, Рудольф. Дышка, водушка, наверное, следующее СО, ну, все как всегда, ничего не меняет. Так, хорошо, все забрали, с этим решили, поехали, будем качать героя и пробовать получить еду, если получится. Так, что тут у меня 15-е везде, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас проверим. Что-то не заморачиваюсь под героями, хотя надо будет потом перекачать их всех. Так, черепа вроде все прокачаны. Так, тут 15-е. Да, тут у меня все 15-е. Хорошо. Значит, начинаем отсюда. 20-й, 20-й, 20-й.
Уже даже двадцатки пошли. Вот оно. Вот тут я закончил в прошлый раз. В общем, видосик будет длинный. Поэтому делайте чаек и смотрите, как надо поднимать силу. Возможно. Так. Я не знаю, правда ли нам хватит. Что у нас? 105, 10, 250. Возможно, скорее всего, даже нам не хватит. Придется потом докачивать. Открывать дополнительно плюшки. Ну, попытка не пытка. Плюс еще у меня здания не вкачанные. Можно будет здание докачать уже до конца. Так, есть следующий. И так на каждом сервере сила поднимается. Надо было вчера забрать. Вчера хорошие паки были с кристаллами. Я больше английским был занят. Хоть книги, опять тут тоже самая проблема будет, что и на английском сервере. Очень много желтых книг падает. Так, ну что, 4000 осталось. 32-3200. Где-то плюс-минус, по идее, должны мы в лимит влезть. Я надеюсь. Если нет, придется все-таки докачивать остальные здания. Конечно, побольше бы сюда Ронина. Сейчас посмотрим. Пока основных попрокачиваю. Смотрим, что у нас будет по камнях. Поехали дальше. Надо будет тут тоже каких-то двадцаток понакачивать, а то какие-то нуба герои было раздутое на аккаунте. Возможно, еще и желтых камней нам не хватит. А может и хватит. Посмотрим.
Так, три косила мы подняли, получается, да, где-то не хватит нам. Немножко, но не хватит, по идее. А может даже и прилично не хватит. Получается 1,5 ка. Тут еще на 1,5 ка, да. Много нам не хватит. Надо больше желтых камней. Хотя бы с 1000 еще. Ой, я тут немножко больше вкачал. Ай-яй-яй-яй. Печально, печально, конечно. Ничего не поделаешь. Будем скачать здание. Заодно и заберем огника. Думаю, со зданий тоже нам там прилично дадут. Так, и поехали дальше. Так, отлично, стрелок. Ай, спешил. Стрелок у нас уже 20-й. Пошли Ронина. Думаю, где-то плюс-минус 1000 будет нам не хватать. Скорее всего, может немножко больше. В принципе, у меня такой запас есть по зданиям. Придется качать здание сегодня. Заодно огника заберем, посмотрим, сколько за здание. На здание мы потратим. На английском у меня ушло где-то в пределах 300-400 тысяч. На прокачку. Тут где-то так же будет.
к 20-й. Да, где-то плюс-минус 1000 нам не хватает будет. Но у нас есть еще куча героев для прокачки, поэтому... Так, окей. Есть следующий. Так, 900. Блин, чуть-чуть не хватает. Ладно, да, поем так. Так, есть и того, и того, и того. У меня, по-моему, с красными никого не осталось. 20-ки тоже, 25-ки. Никого тут уже даже апать. И требует желтеньких. Так, хорошо. Вот такой вот у нас первый видосик был на прокачку аккаунта к следующему этапу, к последнему титулу твинка. Это твинк на китайке, который один из топов. Здесь, в принципе, мы тоже его недолго делали после того, как вышел рынок. Все, ждите второй видосик, не менее интересно, увидите, как поднимать можно еще силу и сколько ресурсов у нас уйдет на здание, на прокачку зданий, потому что других вариантов на сегодняшний момент нет. Все, всем удачи, всем пока.